Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Плохие свиньи». Поехали. Так, что он здесь радостный такой стоит? Ага. Короче, бегал-бегал свиненок, нашел сундучок. Естественно, ему захотелось его взломать. И что же он там нашел? Какую-то детальку. Понял. И теперь он начал свою карьеру в поисках сундучков. Понял, друзья мои, понял. Так, что тут у нас? Я не знаю, не надо мне этого ничего. Это мне, походу, тоже ничего не надо, да? Посмотрите видео для того, чтобы получить сундучки. Нет уж, я как-нибудь без этого обойдусь. Так, ну что же. Насколько я могу понимать, это у нас уровни. Ну, давай сюда зайдем. Первый. В чем заключается суть игры? Так. Что-то он там заметил. Подзорную трубу, походу, дела, да? Или что это? Не знаю. Они до сих пор охотятся за яйцами от наших птичек. Что-то там делают тонкий расчет. Но планы их, как ты видишь, в хламину разорвало вентилятором. Ладушки, а что от меня-то требуется? Ого. Так. Подсказка или что это такое? Говорит, вот так вот будет правильно. Вот так, говорит, совсем неправильно. Ну что же, давай, я так понимаю. Ой, вот сюда. Сюда и вот сюда, верно? Плюс два колеса. И плюс свинюшку. Верно? Ну-ка. Мы поехали, короче. Я помчался, ребята. Ой, ё-моё. Так и должно быть? Да, друзья мои, так и должно быть. Окей. Только непонятно, я карту-то что-то не подобрал. Ой. Слушай, а вот этот сундук как взять? Не знаю. Так, мне опять то же самое почему-то предлагают. Ну хорошо, только тут. А что вот это такое? Что это? Напоминает мне чем-то меха. Знаешь, когда вот в кузнях, в печках угли раздувает. Вот что-то типа того. Ну, попробуем, ребят, я не знаю. Может быть, мы должны про... Ой, я не туда. Я не тут. Я теперь понял. Я не то сделал, друзья мои. Нам надо было с тобой вперед идти, а не назад. Так, тихо. Ладно, давай собирать наш аппарат. Ну что, с Богом? Я готов, ребята. Ну-ка. Давай, 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 давай. Да ну! Да куда ты? Ну, звездочку ты подбери. Я манал, а. Что за агрегат я создал, а, друзья? Так, по-моему, пора переиграть. Это что-то не то. Невероятное у нас получилось. Давай. Может быть, надо вот тут вот. Ой. Я вижу, вижу. Блин, а как туда быть? Слушай, а если я в другую сторону покачусь? Ну-ка. Ё-парасоте! Ой-о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 й. Да. Так, смотри. Нет, так это я понял. Это я понял, что туда-сюда, но... А если мы сделаем с собой... Вот так. Может быть, так будет попроще нам, а? Поехали. Какой довольный. Да? Ты посмотри. Так, ну все, 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 хорош. Так, теперь, наверное, мы сделаем с тобой вот таким вот образом. Ой, там же взрывчатка. Ёк, макарёк. Свинка, прости, 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 прости.
Тут не имеет значения, да? Главное прикоснуться. Вот он что. Ну что, мы получили. Вот тут, кстати, тоже сундучок. А вот это что такое? Не могу понять пока, если честно, что это. Клей. Магнит. Ага, магнит, ты можешь притягивать предметы. А это что такое? Суперскорость. Моу, мы можем даже летать? Ты серьезно? Что-то я даже растерялся. Ну, предположим, что вот это, что это такое? За 120 монеточек, говорит, купи магнит. Ага, а если у меня нету? Все, я ничего не смогу сделать, что ли? Что-то я не пойму, что мне от меня тут требуется. Автоматическая постройка. Да мне не нужна твоя автоматическая постройка. Ну. Да это понятно. Ты мне объясни, что мне сейчас нужно сделать. Вот здесь вот мне, например, непонятно. Все закрыто. Почему закрыто? Почему я не могу здесь, например, построить? Дают магнит. А, эта штука убирается, господи. Ну, например, и еще. Покатится, что ли? Покатится, ребят, куда он денется? Левел ап я получил. Опа, мы что-то с тобой открыли. Какой-то механик у нас тут. Так, он что-то бросил. А, ты понял, что там? Ребят, там лежит шапочка механика. То есть нам ее нужно поднять. Ну что, попробуем? Вентилятор, вентилятор, вентилятор. А что, он спереди только ставится? А, нет, подожди, я неправильно немножко сделал. Вот так мы с тобой сделаем. Ох, сейчас понесусь я, как птичка в поле. Давай три колеса. Взрывчатку даже можно, прикинь. Что-то я тут намудрил. Давай посмотрим, что это получится. Поехали. Несусь, как как птичка в поле, ребят. Я понял. Убираем. Убираем излишки. Убираем. Давай вот так вот. Раз, два, три. Опять неправильно, да, немножко делаю. Вот так вот. Раз, два, три. Сюда колесо. И вот так вот. Сейчас должно сработать. Все, ребят, я поехал. До свидания. До свидания. Я поехал. Куда там за... Давай, давай, поддай газку. Есть. Главное, я подобрал. Остальное не колышет. Угу. Так, смотри, у меня всего лишь 9 монет. А что вот это вот? Level up. Ах, вот оно. И что же мне достанется? Ну-ка. 25 пирогов. Окей. Так, что у нас тут? Бесплатно, давай. Ну, открывай ты уже. Пирог. Так. Какие-то гайки получили. И, видимо, улучшенные колеса. Ты понял? Улучшенные колеса. А можно как-то здесь, ребята, от рекламы отказаться, а? Она меня уже одолела, если честно, через каждый уровень. Похоже, нельзя, да? Так, я сейчас посмотрю внимательно, может, где-то можно. Так, смотри-ка, тут у нас детали, запчасти. Ох, о-о-о-о-о. Дернуть. Нажать. И... Опа!
Ребята, мы с вами получили супер-пупер, блин, колесо. Какое-то. Слушай, ну игруха мне понравилась. Ты посмотри, что тут можно. Ё-моё, да тут можно делать обалденные штуки. Обалденные просто. Тут еще и аватарки будут разные. Так, все, больше ничего не могу, не? Не, подожди, подожди. Не, не надо, давай обратно. Активируем. Не хватает, я понял. Так, а здесь? А здесь бесплатно, по-моему, да? Так, что у нас тут? А как вот это интересно подобрать? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Например, нет, подожди. Вот, видишь, у меня новые колесики есть. Я, может, хочу с новыми колесиками пощеголять. И помимо этого у меня еще... Нет, это я не могу купить. Вот так, ну-ка, проверим. Вау, я какую-то клубничку подобрал, друзья. Вот тут найс. Так, что... Вот это вот для чего тут, объясни мне. Кормить? Оу, клей получил. Вот оно что, на-ка. Ух ты. Этот-то, помнишь повара этого? Он тут ныкается, ты посмотри на него. Ой, что-то у меня свинюшка выросла, по-моему, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это так должно быть? Слушай, свинюшка, ты не слишком ли... Ух ты. А это мне нужно или что? Или я тебя перекормил? Есть. Еще получил клей. На, опять растет. Ребят, я правильно делаю, что я его кормлю, а? Что он таким большим у меня становится? Он же сейчас опять отрыжку сделает. Ага, отрыжка полезная. Ай-яй-яй, опять какой-то напильник отрыгнул. Кушай давай, кушай. То есть... Он может, ребята, как говорится, и нормально сработать, а может просто напильник отрыгнуть, да? Никчемный. Эти все там ныкаются. Ну все, 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 хорош, ты уже обожрался. Так, я вижу здесь торт. Ящик, карта. Блин, вот как мне вот этот сундук подобрать? Вот скажи-ка мне на милость, а? Что такое клей? Клей, я понял. Блин, не могу, ребята, почему-то мне здесь... Ну дай вот это вот, как-то перевернуться надо или еще что-нибудь. В общем, пока у меня нет способности, ребята, подобрать тот ящик. Ты понимаешь, да? Ну что? Так, здесь мы можем с тобой... Давай вот это вот возьмем. Бау! Ну, главная цель достигнута. Так... Окей. Следующая миссия. Блин, дурацкая эта миссия. Ну давай, поехали. Мороженки, пироженки. Бау. А у нас не получится, да, наверное? Или успеем? Ага, докатились. Угу, давай следующую. Так. А, ну здесь мы с тобой просто летим. Бабах. Все. Все, что нужно, мы с тобой получили. Кроме сундучка. Так, а теперь у нас новая миссия, друзья. Я не могу понять только одного. Зачем вот этот вот вентилятор мне нужен, а? Вот что он дает? Давай я его поставлю сюда и посмотрим. Так. Сюда свинюшку. Поехали. Эть! Ага, мы все-таки успели. А тут два сундучка. А где второй, интересно, находится? Я не знаю, ребят. Следующая миссия. Так, мне нужны новые запчасти. Ты понимаешь, да, чем я?
новые запчасти, потому что вот так вот. А, погоди-ка, у нас же с тобой есть. А где они? А где у нас новые колеса с тобой? Скажи-ка мне на милость. Я ведь помню, что у меня были они. Так, ладно, поехали. Давай, свин. Йоху! Прекрасно. Кстати, мы скоро с тобой поручим уровень. Совсем чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Вот это что такое у нас? Я должен получить подарочки. Почему-то эти подарочки мне не дают. Почему они мне их не дают, а, друзья? Магазин. А вот этот вот, что это означает? Один есть. Есть два клея у меня. И другое, как бы мне не ясно. Где этот? Как он называется-то? Ёлки-палки, уже все из головы повлетало. А это что у нас? Что-то не могу понять. Это вот это что? Ну? А, мы с тобой открываем. Понял. Есть? Чуть-чуть есть. Говорит, 200 пятачков засунь, тогда все будет. Вот, смотри внимательно. Так, это я могу забрать, да? А тут что? Блин, мне нравится, как он летит на шариках. Давай посмотрим за рекламку, а? Так, ну что, давай дальше двигаться тогда, да? Нам нужно всего лишь с тобой 2 очка. Да что ты будешь делать? Я говорю, дальше двигаться. Поехали. Так, мы с тобой остановились на 7-й миссии. Угу, вот здесь вот у нас финиш. Ого. А вот тут у нас с тобой старт. Так, новинка. В плане новинка, у меня уже это было. А почему у меня нет того колеса, которое было? Ну-ка. Опа, это у меня есть? Я хочу вот этот блок. Мне деревянный как бы не особо нужен. И вот эту свинку будьте добрыми, пожалуйста. Все, да? Нет, не все, ребята. Ладно, фиг с ним. А вот это что-то означает? А, можно вот так вот переставлять, понял. Блоками сразу же. Ну что, сделаем с тобой вот так. Сюда. Ой, не знаю, что сейчас получится. Как-то мне... Я сейчас взорвусь и полечу. Куда же ты? Катись вниз, катись, родной, вниз. К сожалению, не получилось. Ладно, давай сделаем с тобой. Ай, ну, что-то типа такого, ребят. Я не знаю. Что? Давай, лети. Слушай, ну почти. Давай, родной мой. Вот, хорошо получается. Только не перевернись, пожалуйста. Слушай. Найс. Ха-ха, круто. Угу, он, видишь, он даже со мной соглашается. Так, второй уровень я получил. Давай крутить. Ну и что? Магнит. Друзья мои, я получил магнит. Так, переходим с тобой на следующий уровень. Ёлки. Ой, а откуда у меня такие колеса? А в плане... Как? Тихо, подожди-ка. Смотри, что я могу сделать. Поехали. Придумал тоже себе аппарат. Слушай, а что, прикольно? Смотри. Вау. Только не надо, не надо. Не надо, докатись. Есть. Фух.
А что это значит? Не применять вот этого колеса или что? Ну, дай-ка я переиграю. Что-то я не понял сути. То есть без этого... Ну как, а как без этого колеса, извини? Это бред. Давай попробуем, что-то получится. Так. Слушай, ну пока хорошо идем. Так, сейчас посмотрим. Да, ребята. А самое удивительное, что я не должен был получить взрыва. Что это вот там? Получил я такое. Что-то, ребята, я заработал. Так, следующая, короче, миссия. А, ну тут просто доехать. Вот это что такое? Не понял. А, вот оно как. Слушай, это хорошо. Ну что, помчались навстречу приключениям. Вау. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Подожди, а где тут сундук-то? Он там, что ли, дальше? Так, пещерка опять. Раз, два, три. Сделаем с тобой так. Тут у нас два. Сюда. А, тут даже не то, что два, тут три. Ну что, друзья мои, я готов. Просто ты... Ну и сработало же. Блин, надо было еще сундук, оказывается, задеть. Взорвать его. О, а здесь у нас куда-то в обратную сторону, да, получается? Или как? Ох, ну нифига ж себе. Так, ладно, поэкспериментируем. Вот эти штуки хороши. Эти долго, да, у нас с тобой как бы пшикают. Я понял, что они хотят сделать. Я понял. Вначале нам нужно с тобой взять разгон. Подожди, колесо-то зачем? Зачем? Что делаешь? А значит так, нам с тобой вначале нужно набрать скорость, а потом в обратку. Все, я понял. Врубаем. Твою ж налево, конструкция сломалась. Ты что делаешь? Свин. Ты завязывай давай так. Слушай, по-моему, я переборщил, кажется, с чем-то. Ну-ка еще разок. Давай так вот. Одну бутылочку с тобой зарядим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, фигня получается, да? Нет, это не годится. Слушай, а как? А ну-ка. Немножко... Уменьшим нашу конструкцию. Вот таким вот образом. Поехали. Твою ж, блин. Нет, неудачно. Что? Ну это я понял. Ну и что? Так это мне все и так ясно. Что вы мне с этими бутылками... Объясняйте, вот я не знаю. Тут немножко в другом проблема, что... Вот смотри. Чё-то не выходит у меня, ни шишарики. Слушай, если я еще упрощу. Вот так вот. Поехали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вау, только не в ту сторону. Да что, что будешь делать-то? Ну вот так вот попробуем. Поехали. Так, тихо. Влупляем. Есть. Я даже уложился по времени. Ты прикинь? Ага. Так. Теперь, значит, отсюда мы должны
пролететь именно так. Сюда, сюда, сюда и сюда. Подожди, куда ты встал-то наверх? Ну что, ребята, я готов. Открываем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, слишком слишком забористо получилось. Так, если мы сделаем... Блин, я даже не знаю, ребят. Ну, попробуем. Поехали. Ёлки-ты-палки. Нет, так не катит. Так не катит. Вот так вот попробуем. Ну чё, поехали. Вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А дальше-то? Активируем. Да есть! Есть. Блин, вот по времени только не уложился. Кстати, мне говорят, что... Ага. И что мы тут с тобой можем? Ого. Да ладно, это... А как тут все это соберут-то? Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Какой-то у нас такой должен получиться. Я не знаю, ну как бы вот так, наверное, сделаем. Так, подожди-ка, а вот это, чем отличается, интересно, это колесо от того? М? Так, свиненок у нас будет стоять здесь. Ух ты, а это что такое? Движок. Погоди. Это у нас амортизаторы, что ли? Или что это такое? Предположим, сделаем так. Газировочку. Вот сюда. Сюда. А у меня только одна пружина. Погоди-ка, мне кажется, что это пружина для того, чтобы отталкиваться. Могу, конечно, ошибиться. Я не знаю, ребят, а это что такое? А, вот оно как, да? Пружинка. Давай на крышу, если вдруг мы перевернемся. Колесики под... натыкаем. Нет, вот газировка нужна нам чисто для ускорения. А вот это уже на постоянку у нас будет. Не знаю, что делает двигатель. Сюда вот его воткнем. Так, мне кажется, блин, это колесо будет слишком лишним. Может, вот так вот как-то надо сделать. А зачем взрывчатка-то мне? Я не пойму. Ну что, попробуем, ребята? Ага, двигатель на постоянку крутит. Ускоряемся. Такой довольный там сидит. Забрали. А, это электропривод. Это колесо с электроприводом. Так, слушай, подожди, ну в принципе неплохо. Так, убираем вот это вот, убираем эту пружинку. Колесо с электроприводом у нас оказывается. Так, секундочку. Сюда, сюда. Да не так ты. Вот сюда. Так вот, наверное, нам надо сделать. Не знаю, ребят, не уверен, но... Врубаем. Давай. Все врубаем, да, с тобой? Все двигателя.
Да ладно, серьезно? Ну-н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 у, вытягивай, вытягивай, вытягивай колесо, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Хватило мощей. Так, тут главное не перевернуться нафиг. Ой, твою же... Блин. Чего-то не хватает, а? Что-то нас как-то назад тянет. А если мы сделаем с тобой, знаешь что? Вот так. Погоди-ка. Или лучше вот так. Мне кажется, так мы перевернемся. Здесь вот сюда вот колесо поставим на всякий случай. Что скажешь по поводу вот такого вот агрегата? А? Как тебе? Моя супер-пупер конструкция. Зачем пружина, я вот не знаю, ребят. Поехали. Включаем. Подсос. Не, давай все врубим. Так. Лучше потихоньку, не спеша, ребят. Ты издеваешься? Блин, ребят, ну сложно, сложно. Я могу отсюда уйти? Или я должен здесь пройти? Да ну, я не смогу здесь ни за что пройти, ребят. Ни за какие ковришки. Как мне покинуть эту миссию? Да. Это все понятно. Шарики там, фигарики. Уйти можно мне? Отсюда. Или что это? Я должен обязательно все собрать? А, тут еще и сзади у нас сундук. Ты видел? Всего лишь 3 из 20 собрал. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.